5 лет назад Максим Троньков был готов уехать на Украину ради того, чтобы кататься с Таней Волосожар. А в итоге Таня приехала в Россию, они стали выступать вместе и выиграли Олимпийские игры аж 2 раза. Да, но при этом они никогда не подтверждали слухов о взаимоотношениях друг с другом. И вот, наконец, случилось. Татьяна и Максим, just married, как говорится. Мы их поздравляем с этим событием. Ура! Совет да любовь. Дмитрий Занин побывал на этом замечательном событии. Наверняка попробовал праздничный салат. Сейчас мы посмотрим, что получилось. Кадры церемонии первым делом появились в соцсетях, благо активных пользователей хватало. После регистрации в Тверском ЗАГСе Москвы молодожены обменялись кольцами на крыше отеля в самом центре столицы. Говорят, даже моросящий дождь прекратился как по заказу. Впрочем, гости все равно регулярно прикладывали платочки к лицу. Реально все рыдали. Это просто невозможно было не рыдать, потому что выходит сначала... Ну, мы видим, как выходит Макс. У Макса уже реально были слезы на глазах. Мы просто стоим, думаем, господи, а это ощущение передается. И мы идем следом, идем сначала мы, потом выходит Таня. Еще играет такая музыка, и мы стоим просто, думаем, господи, как будто реально, я как будто родного человека отдаю. Мы сидим в такие, еще стоим, плачем. Сегодня ваш брак зарегистрирован. Я объявляю вас мужем и женой. Официальную часть все более-менее по Инстаграму успели отследить. А дальше что было? Дальше было... Мы поехали в парк на фотографирование. Как бы там такая более историческая часть произошла. Как бы всех запечатлели. И потом мы уже ехали сюда, чтобы уже более расширенным составом отметить это мероприятие здесь. Уставшие все уже приехали. Обычно фотосессии занимают много сил. Нет, у нас очень веселый состав, и поэтому нам очень весело и хорошо, и, в общем, все клево. Горько! 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 Хорошо, что ты им подарила, расскажи. Ну, так как они построили дом. Они построили дом. Да, я раскрою секрет, они построили дом, и сейчас они будут все обустраивать, и вот я подарила... подарок, чтобы они обустроили свое гнездышко. Вторая часть торжества должна была состояться уже ближе к вечеру на окраине столицы в одном из солидных ресторанов. К 17 часам к приезду молодоженов и гостей здесь постелили красную ковровую дорожку, пригласили большое количество журналистов. В общем, все как у настоящих звезд. Гостей свыше 100 человек, и, разумеется, среди них очень большое количество узнаваемых лиц. Давая дочь замуж, как оцените супруга? Удачный ли выбор? Очень либо кого-то поудачнее? Выбор. Я считаю, что они очень любят друг друга, и они друг друга достойны. Когда вам объявили о том, что у них будет свадьба, для вас-то, ну, какое чувство внутри было? Испытали? Для любого отца это было волнительно, очень волнительно. Я был рад ее выбору. Почему вы решили, что Максим для Тани это хорошо? Потому что это покладистый парень, очень ответственный, между прочим. И очень дисциплинированно. А это мне очень нравится. Вы уже, наверное, говорили какие-то пожелания молодым на сегодняшнем утреннем мероприятии. Видели вас на фотографиях? Нет, сегодня было как бы пока без выступления. Я думаю, что здесь мы скажем как раз все наши пожелания Тане и Максиму. Потому что это действительно выдающиеся спортсмены. И спортсмены, которые продолжают еще свой спортивный путь. Поэтому я думаю, что пожелаем им прежде всего здоровья и также радовать наших болельщиков. Роскошно выглядит. Спасибо. Спасибо большое. Стараемся. Но так и у нас первый раз фигуристы. Я уже не припомню такую свадьбу. Поэтому такая самая красивая пара, моя любимая. Поэтому с удовольствием. Вот как раз для пары поразмышлять. Насколько гармонично? Гармонично что? Пара. Пара. Ну, пара, мне кажется, вот одна из красивейших. Они так долго к этому шли и через такие трудности прошли. И я думаю, что они заслужили это счастье. На фотографии я видела, как Максим смотрит на Татьяну такими глазами влюбленными. Просто приятно, и я их поздравляю от души. Для вас была неожиданностью их решение, которое они объявили? Вы знали об этом сильно заранее? Вы этого ждали? Нет, я не ждала, но как бы... Действительно, все к этому, мне как-то казалось, шло. Вот. Это не обсуждалось никогда, но
был такой, веяло такое, конечно, такое ощущение, что все-таки, наверное, вот кто-то уже скоро, наверное, сделает предложение. Но для меня тоже это было неожиданностью, что Макс сделал предложение Таньке именно в Новый год. Вот, и очень это было романтично. В общем, поскольку я приехала на Бали чуть-чуть попозже, но, естественно, там до меня донеслась эта информация, и я была очень счастлива за них, потому что Макс молодец, прям такое романтическое предложение сделал Танюша. Вот сейчас мы узнали, что это было на Бали в Новый год, да? Да. А как вы об этом узнали? Вам Таня смс-ку написала? Ну, Нина Михайловна, все случилось. Да, приблизительно так, поэтому я была счастлива и очень рада, что ребята, в общем-то, совершили этот подвиг и пошли на следующее действие. Сейчас очень интересно как-то отразиться на их тренировочном процессе. Так-то сезон скоро начинается. Ладно, один день нарушит режим, но... Ну, мы два дня только нарушаем режим. Мы тренировались вчера очень активно, две тренировки. Сегодня у нас просто праздничный день, завтра выходной, и мы опять приступаем к своим ежедневным тренировкам. А можно еще такую инсайдерскую информацию, если поделитесь? В какой момент вы поняли, что Максим с Таней перестали быть просто парой в фигурном катании и поняли, что их что-то большее связывает? Ну, давно. Планируете ли вы как-то удивить молодоженов? Может быть, что-нибудь спеть, станцевать? Я с радостью спою с ними сегодня. Мы очень много выступали вместе в разных шоу, и поэтому есть несколько песен, которые очень важны для нашей карьеры, для нашей жизни. Что-то из этого исполним. Ну, например? Ох, не знаю. Может... I will always love you by Whitney Houston. They've been skating. Они когда-то катались под нее, и с тех пор, как только я ее слышу, не могу не думать о них. Поздравляем вас, очень красивая пара. Расскажите, вот пока все складывается, устраивает вас все, как проходит ваша свадьба? Да, все отлично, даже распогодилось, когда как раз у нас была церемония. До этого все шел дождь, это там ужасная погода с утра была, но вот как раз на самую важную часть прям распогодилось, солнышко даже выглянуло, вот поэтому пока что мы, конечно, счастливы. Ну, можно сказать, что у нас короткая и произвольная программа сегодня в один день. Кто был ответственным за внешний вид? Кто все решал? Ну, мы разделились, да. В принципе, мы разделились. Максим был ответственный за костюм, я была ответственна за платье и за всю остальную организацию. Все сегодня обсуждают обувь Максима. Можете указать? Это очень интересный выбор. Во-первых, где вы их нашли? Это по заказу делалось? И да, почему-то? Это делалось по заказу. Ну, вот. С чем связан вот такой выбор? Это интересно. Как вы не умеете? С первой частью, да? Ну, наверное, с первой частью, потому что мне были нужны под смокинг лоферы, потому что платье, свадьба должна была быть летом, а не осенью, как это получилось. Но лето такое у нас очень переменчивое в этом году, поэтому... менять уже ничего не стали. Вот, и... Очень патриотично получилось, ну, да. С видом на Красную площадь. Еще многим всегда интересен вопрос. В какой момент, ну все, наверное, догадывались о том, что рано или поздно это событие произойдет. В какой момент, если вы можете об этом говорить, вот Максим Тройников, Татьяна Власожар перестали быть парой только на льду? Как давно это? Я думаю, что это где-то с 2012 года, но, как мы уже говорили, мы не знаем точной даты, да, вот да. Этой точки отсчета, но знаем точно, что это был 2012 год. И последнее. Вы не стали менять фамилию? Не стала. Правильно. А чья будет фамилия у детей? Ну, общая, двойная. Я думаю, что да, либо им выбирать, но, скорее всего, двойная. То есть решение еще не принято или Максим уже решение принял? Нет, я уже принял решение, что в свете с рождения будет двойная фамилия наших детей, но когда они будут получать паспорт, они либо оставят двойную, либо сами выберут себе, какая им больше нравится. И самый последний вопрос. Не досадно, что вот медовый отпуск, он как-то пока переносится, и когда, на какой срок планируете его перенести, может быть? Ну, на самом деле мы отдыхали полтора года, поэтому сейчас мы, наоборот, даже соскучились где-то по работе и хотим тренироваться уже завтра, может, тренировку выйдет. Спортсменов все не как у обычных людей, так и у нас. Медовый месяц до свадьбы. Да. Спасибо большое, поздравляем вас еще раз. Вечер запомнился в первую очередь весельем и танцами. Во время выступления молодоженов платье Татьяны внезапно стало значительно короче. И это был не единственный сюрприз грандиозного вечера. Но подробности этого мероприятия пусть потом поведают сами молодожены. Если, конечно, захотят. Дмитрий Занин, Ольга Потылицына и Дмитрий Петухов. Москва.